Девочки, хочу рассказать вам свои впечатления от наборчика вот этого Nivea Men. Был прислан на обзор, и в течение почти 2 недель мы его с сыном, ну вернее он, тестировал, а я как бы присматривала за процессом со стороны. Вот. Что я могу вам сказать по поводу этих продуктов? Продукты мне очень понравились. Результат их действия видно сразу. Практически, девочки, вот я вам клянусь, что практически сразу ощущается действие, видимо, вот активных компонентов, потому что у нас в первый же вечер заметно стала кожа лучше. То есть вот он побрился с гелем и после бритья использовал лосьон. Через неделю небо и земля. Красных прыщей, девочки, почти нет. Черные точки новые не появляются, хотя до этого мы практически каждую неделю чистили лицо. Эту неделю мы его, поверьте, не чистили. Понимаете? И вот уже пошла вторая, и я не вижу надобности проводить чистку. То есть продукты реально действуют. Запах имеют приятный, ненавязчивый, не такой вот, знаете, не удушающий, очень приятный запах. Что гель, что лосьон. Лосьон очень мягкое действие оказывает на кожу. Кожа не краснеет после его использования. Наоборот, если есть какая-то краснинка, она наоборот уходит. То есть он успокаивает. И вот как сын мне сказал, такое ощущение после использования, что прыщики сами выходят наружу. Вот такое у него ощущение. Давайте мы с вами посмотрим на лосьон поближе. Здесь крышечка идет вот такая. То есть не надо долго завинчивать, на один оборот. Вот. Тут дозатор, то есть не выльется на руку много, а выльете столько, сколько вам нужно. Вот почитайте сами, посмотрите. Давайте посмотрим гель. Вот такой он. Цинк, салициловая кислота в составе. Это коробочка, в которой пришел лосьон. Я вам от души рекомендую. У кого дети есть, подростки, проблемная кожа, в подростковом возрасте редкий человек обходится без вот этих вот проблем, знаете, прыщи, подкожники, черные точки и прочая всякая не приносящая радости ерунда. Вот это вот замечательные вещи, помогающие справиться вот именно с проблемами. Так что рекомендую от всей души, девчата.